В Тамбов приехал премьер-министр Великого герцогства Люксембург. На встрече с губернатором делегация иностранных гостей обсудила перспективы и приоритеты сотрудничества Тамбовщины и Люксембурга. Подробности в материале Александра Титова. Прилетевших ранним утром зарубежных гостей встречали по русским обычаям – с хлебом с солью. Помимо премьер-министра Ксавье Бетели, в делегации вошли министр экономики Люксембурга, а также ветеран Второй мировой войны и родственники военнопленных, которые погибли на Тамбовской земле в те годы. Первым делом гости отправились к монументу возле станции Рада, который воздвигли в память о гражданах Люксембурга, насильственно мобилизованных в армию и оставивших свои жизни в плену. Жан-Пьер Дом – один из тех, кто пережил плен. Сейчас ему 93 года, но он все равно приехал почтить память погибших. При звуках гимна ветеран с трудом сдерживает слезы. Венки и цветы возложили и к могилам военнопленных, и у Тамбовского вечного огня. После чего делегация направилась в здание администрации области для проведения переговоров о сотрудничестве. Ксавье Бетель сразу отметил высокий потенциал Тамбовщины в сфере сельского хозяйства и инвестиционной политики. Я пригласил губернатора посетить Люксембург для того, чтобы лучше узнать сельскохозяйственный аспект Тамбовской области, потому что Тамбовская область является лидером в этой сфере. Тем более мы могли бы посмотреть, каким образом и чему можем научиться друг у друга, и каким образом знания и компетенции люксембургцев могли бы помочь Тамбовской области. В ответ на похвалу Александр Никитин отметил, что приоритетной задачей является сохранение партнерских отношений не только в сфере экономики, но и в области культурного наследия, сохранения истории и технологического совершенствования. Александр Титов, Владимир Моисеев, Инга Андреева, Область новостей.